Пресс-конференция, посвященная предстоящему русскому маршу, прошла в Фонде славянской письменности и культуры. Мы хотим, чтобы русское национальное движение было наиболее привлекательным, чтобы оно стало массовым, чтобы русский народ понял, что именно эти люди являются иммунитетом его самого, гарантом его существования. Свободная пресса, Константин Цивилев. А Михаил, а вы не ощущаете, что, может быть, вы выступаете сейчас в роли такого раскольника? Мы призываем идти по принципу золотой середины и быть некой конструктивной оппозицией. Я считаю, что вообще дискуссия по поводу расколов, она абсолютно неконструктивна, потому что никто приватизировать как таковое звание русского человека и русской идеи не может. Да? Она осталась от предков, она досталась нам из истории.